Взял даром, заработал миллионы. В одном из сел Львовской области незаконно добывали глину. О работе предприятия стало известно только после визита экологов. Почему, расскажет Галина Якушко. 50 миллионов гривен. Именно столько недополучил государственный бюджет из-за незаконной добычи глины в карьере возле села Дедылов в Львовской области. На месте еще видны свежие следы работы трактора. Все дело в том, что возле карьера работает кирпичный завод. Несколько лет назад его продали. Предыдущий собственник, у которого была лицензия на добычу глины, уехал за границу. А новый решил не оформлять разрешение, говорят в областной экоинспекции. По предварительным подсчетам, за последние 5 лет здесь незаконно добыли 80 тысяч кубов глины. Особа без жодного документу, без проекту вирішила видобувати надра. За надра є відповідна ліцензія, отримується, за ліцензію проплачується відповідна сума кошт, і тоді дозволяється видобуток надр. Тобто тут ні копійки не поступило в бюджет. Питання загалом буде, як до сільського голови, чим займався сільський голова, чому зразу не інформували контролюючі структури, правоохоронні органи. А це не маєте право знімати, ви знаєте? Даже после того, как выяснилось, что кирпичный завод добывает глину незаконно, работы здесь не прекратились. Из труб идет пар. Станки гудят без остановки. Со двора выезжают грузовики доверху, заполненные кирпичами. Работники завода утверждают, используют исключительно старое сырье, добычу не ведут. Ну, то як глину крадем? Як же, можна, що глину крадем? Кажуть, що нібито без ліцензії її видобувають. Бачите, там кар'єр ззаді. Подивіться, видобувають кар'єр. Чи там видобувають глину? Глину не добуває ніхто. Місцеві жителі увіряють, роботники врут. Там кожен день роблять. Кожен божий день. Глину мають кар'єр збоку. Зразу біля цегольні. Там вони беруть глину. Почему сельсовет не обратился в правоохранительные органы? Ответить на этот вопрос сельский голова подробностям не захотела. Сославшись на занятость, материалы о нарушениях, выявленных экоинспекцией, уже изучают в полиции. Виновным в том, что несколько лет подряд из карьера проводилась незаконная добыча глины, грозит до 5 лет тюрьмы. Галина Якушко, Ирина Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область.